Попала такая, что не мог вытащить. Форель. Кинчи, кинчи. Это не надо брать, она может стрелять. Вытягивай его умиротворенное лицо, как он ее. Да, пошел на его. Да быстрее сюда. Окей, пойдем, сейчас его отправили. Это его труды. По правую сторону закинул. Да, ну ничего. Ля, за губу хорошо попало, да? Ага. Ля, не да покрупнее, чем обычно. Обычно такая мелочь. Покажи, Андрюха, мне ее. Кого? Мне ее покажи. А вот пойди посмотри. Вот она. Самая шустрая, вон забилась в уголок. Они тупо, все шустрые. Что ты давишь? Ты знаешь, у меня там еще ветки так сильно мешают. А, тут точки кому-то мешали. В конечном итоге, а эта лёстка ему пригодилась, он велосипеды на тройную кошку вытягивал, представляешь? И отсылал на Украину. И столько заказов к нему пришло там, одна одежных. Ну что, надо велосипед там, тому, тому. Слушай, как он их вытаскивал? Поймал на удочку, что ли? На этот. На кошку. Кидай. Иди сюда. Да это не та, Марик. Иди помой. Иди туда, да, мама. Пускай она помоет руку. Беги, как получится у тебя. На горку. Получится или нет? Давай. Давай. Не бойся. Я тебе покажу с той. Я тебе покажу с той стороны. Мы сейчас подъедем, я тебе покажу, где ты камерой заснимешь оттуда манку и вью. Все, насос я покажу. Четко. Ну и сюда вот внизу. Спуск, спуск. Вот здесь. Спуск вот он. Там площадка, там еще одна, потом там еще ниже. И она, сюда иди. Сюда тропки, короче, ходи. Манхут вообще не видно. Ой, папа. Здесь. Вот, видишь тропинка, смотри сюда. Это написано 3 майла раунд лейк, короче, вокруг озера. Так что вокруг озера обойти 3 майла. Четко. Саня! Это смотри! Что это за тюлька, скажи? Это Форелька. Ничего себе тюлька. Ну так, скажи, обижаешь, ну скажи, ты ж скажи. Скажи, что это? Форель. Форель? Мабуть. Ты сможешь хоть вытащить там? Ты сможешь вытащить, Витёк спрашивает? А? Может... Это уже все, туши, хватит. Мальков, мальков, ловим. Хватит, туши. Тамарика засмеет. Андрюха, конечно, ловит самую крупную рыбу. Я не знаю, почему-то ему попадает. Она не остается, удочку, ничего больше не остается. На его удочку, которую он на Крисмас подарили. На день матери. Дитю! О, Ля, сразу закинул. Специалист. Зацепилась за камень. Смотри, что за камень. Да не снимай, ты хватит. Да 10 фут, а нормально, снимай, не снимай. Вот, Ля, это такая красота. Ты хочешь сказать, что у тебя не получается снять рыбу, поймать поймал, а снять не можешь? Ты что, через меня перекрестил? Я, наверное, думаю, что... Так ты, наверное, думаешь. Давай пи удочки, ну. Дай, я подожди, сейчас, дай я приставлю. Обязательно бы у дяди. Роза, ну что? Муж ловит рыбку. Опа. Это ж классно. Хотя я не люблю кушать. Не жарить, не кушать, не чистить. Глянь, как я вытащил лихо. Серега, зацепил себя за крючок, а потом так раз. Так и надо. Да. Себя надо. Подвинь ведро.
Так и дай уже. А, иначе нам удачи не дать. Да, не видать, однозначно. Да ты видел, как мастерский вытащил. Тихо, ты ее ударил. Марика, рыбка пошла, слушай. Пол ведра уже наловил, говорит, только пошла. Так нет, я сколько стою, сколько ты закидываешь, столько и ловишь. Рыба. Да. Да, Ну сразу. Но Андрюха пока там... Ну я просто долго закинул. Давай, слушай, Степа, зачем мы это, миленький? Надо было простую. Дави, пойди в автобус, сзади тряпка лежит. Тряпка. Туалеты везде есть, нигде не вступишь. Такая дорожка идет вокруг озера. Везде можно рыбку плавить. Сегодня прохладно. Андрюха ловит тюбку. Что? Я буду спускаться с ничего. Я снял уже. Тебе не холодно лучше? Нет. Я бегаю. Иди воды костра порыть. А, может, костер не будет. Шишка Янина. Да? Машины наши стоят. Это наши повара. Да, это повара наши. Разомолчи. А я нянька, нянька. Да, точно. Люда хозяечка, ага. Елена. Вот, вы знаете нашу эту самую нянечку? Да, я вот нянчу деток, у меня аж двое. Яночка! Просила помочь многодетным. Это, как Люда. Как называется майонез? И руки, Андрюха. Ну, ну что, такую рыбку выдержал. Что, Марю, не это самое. Оля, а что, там приклеили? Не на море вырос. Давид, Таня, Рубин, все ко мне. Ой, что, они слизистые руки. На природе. Все сейчас так будет вкусно. Давай уже будет. Нет, братья, лучше. Да, не знаю, чтобы она не горячая была. А где полотенце? А салфеточка есть у вас? Вот, вот салфетка. Давай, пожалуйста. Ты что, не выкидывай стаканчик? Да, не кушай, скорее, Даня. Витёчек. Ау. Давай. О, огонь разгорается, тебе будет. Да, переворачивай. Витёк, иди садись. Да я что это сам. Они те, кто будет смотреть, они будут сытые. А ты да голодный. Так рассказалось, я сама думаю, что ничего себе. Че выпить, че сюда. Хорошо, что взяли этот самый кипятка. Ну маленький термос совсем. Вот это все закончилось надо, да? Да, мам. Скажем, постакал, надеюсь, что там. И знаешь, как она дразнилась? Дым, Андрюш. А тут, конечно, налёшь. Это сходи. Мама, где Данька? Где? Я куплю такую. Поставлю тут одну. Надо найти. Вот это на столе у этой было. У Дуси. Вот сюда пошёл. Ну, Данька, что хочешь? Ты хочешь конфетку? Нет? Ну, если она хочет, будешь? Ну, хочет, она. Тот не дает, не хочет. Да, да, у тебя нема, да, Фермер? Тоже. Есть такой на 2 стакана. Повечерело, потемнело озеро.
Рыба есть. Рыба. Серега поймал. Парель. Так, а вот как ее закидывать? Главное, Андрюха, чтобы не за меня зацепилась. Я держу. Я не знаю, что ты там держишь, но я удочку с рыбой. Сейчас Марик придет и будет рассказывать. Вот она. Вот там, что там? Ай-яй-яй-яй-яй, сорвалась. Прикинь. Кто тебе поверит? Главное, что я себе. Особо главное. Не стой так близко, крючок сейчас зацепит тебя. Да? Я. Давай, отойди, я тебя. Ага. Не замерзла? А что за щенок это у тебя? Что за щенок у тебя? Нет, да, нет. Щенок? А что, рыб попалила, я буду стирать. Наступил, да. Выключи, когда выключи. Скажу. Видели, клал свою морду. Так можно и разорвать ее. Так, что ж это? Завела, да? Так, тоска. Витёчек, да, я туда это зайду. А? Но. А. Я пейзажи снимаю. Снег. Природа. Андрюха, а? Поймал ты что-то? Ну а что? Покажи, покажи, есть покажи. Время, как у масленица. Надо великий. Покажи. Пункт. Да на, смотри. А, вижу, тюлька есть. Тюлька. Ну зачем? Че? Зачем снимать так? Посмотришь, как посмотрит Саня, как ты неловко снимаешь. Да, наоборот. Приедет на ус. Ловкий, крутой рыбак. Смотри, сейчас палец это вылезет сзади. Поймать это одна задача. А вот разобраться с ней это вторая. Она так ее заглатывает сильно. Не обрадуйся. Сильно-сильно. Надо палочку. Плоскогубцы. Так плоскогубцы. Плоскогубцев нема. Серега, есть плоскогубцы у тебя? Плоскогубчики маленькие у тебя есть? Андрюха имеется? Делает операцию. Это самое, мастерки есть. А, я видал, да. Мастерки точно видал. Андрюха, такое ощущение, что ты ее кормишь чем-то. О, видишь, чем накормил? Крючком. Так, а где ж Марик с ведром, а? Что, пошло? Ой, отойди, отойди. Там можно и жить оставаться. С голоду никогда не оставаться. Да, были бы вот эти приманки у тебя всегда здесь. Так, а то сейчас хвостом по носу. А где эта рыбка? Что там было? Вы ее туда закинули, да? Да, вон, вон. А кто закинул? Кто руки вымазал? Даник. Ты руки вымазал, да? Нет. Даник?
скажи, пожалуйста, тете Розе, чтобы она взяла такое, есть тряпочка у нас хорошая, полотенце. На, это, ключики надо от машинки. И чтобы принесла мне, ладно? А у тебя что, шапочки никакой нету? Нету у него шапки. Да ты знаешь, мне кажется, снег вокруг. Да? Да, Санечек, вот на вот эту вот заразу ловится быстрее, чем закидываешь. Прямо рыба подплывает к берегу и говорит, ну сколько можно. Где-то зараза, да? Да. Ходишь, гусей хорошо с вечера покормил, утром собрал, покрасил. Ну-ка покажи, как ты делаешь. Вот так вот прямо на крючок налепливаю, как пластилин. Ну если есть цветные жвачки, можно жвачку цветную, тоже пойдет. Не, а вообще вот эта вот зараза, если перемешать ее с этим, с жвачкой, может она пойдет. Она сильно слетает быстро с крючка. Да. А ну-ка отойди, Витик. О, на этот раз я отломал два этих. Палку отложил, да. Мэн, Марик, ты хоть помоги ловить, ничего не можем поймать без тебя. Марик. Ничего себе, лётом. Без тебя вообще ничего. Как ты думаешь, поймали мы хоть одну или нет? Пошла рыба. Ты заглянем там за пенью. Это пару. Пару десятков. Заверю теперь я вам. Братья, что вы... Ловите рыбу хорошо. А дева, че вы, есть какая-то наживо? Опять заглотил, ну. Серега так подтекает, как будто там так, слышишь, крокодил она... сидит. А я у него научился. Вот видишь, какую поймал сразу. Вот это научился подтекать. Второй раз подцепилась и сорвалась. Давид, на, держи. Надо тебе тряпочка, бери. Вот сюда глянь, а, Витек, в ведро. Нет, маме, я тебя не вообще не буду. Папе, а тебе нет. Маля, какие они маленькие. Мама, я какая. Мама. Быстрее шевели поршня. Он быстро тянет, глянь. Бедная. Запыхалась аж. Аж не запыхалась. Сейчас сачок под низ подведет. Смотри. Нашел. Я нашел поводок. Куда? Он ее ловит не спеша. Хорошо, что я перекинул. А то что она не клюет. Слышь, он ее не вытаскивает даже с воды. Он руку под воду. Раз и все. Он ее вытаскивает. Они ловят для фана и отпускают. Самый главный... Опять, а? Вот зараза. Ты видно, налито сюда конкретно хочешь приехать с этими. А ты можешь даже спилить. Ой, далеко же закинул, блядь. Плевало, перестало. Давай, дави. О, Андрюха, а ты так лови, опускай. Тоска зеленая. У меня два этих самых жало, одно отломалось. Ну вот что делать, а? Вот так вот я опускаю и буду клевать под берег. Может правда ее сейчас это подтянуть как-то? Ножовки нету никого. Она, ты подтяни, а потом дергай. Окей, все. Да перелетела опять. Таня, отойди оттуда, сейчас толкнет. Все, теперь ты уже все узел навязал. Таня, я надо подтянуть наверх, а потом только дернул. А ты что-то не то сделал. Дай. За пантерсами? Ключи. А, ключи. Так, на, окей. Пусть у нее будет. Оп, ой, не поймала. На, смотри,
Ну. Крючок там. Даня, поставь сюда. Вторая. Марик, он рыба первая. Ну скажи, что ты ее уже вытянул. Ну скажи. Ой, братья. Ай, ну просто на крючок ее отнёшь. Просто будешь. Что я закончил? Ты играешь? Будешь ловить? Да, я буду ловить. А, так ты еще. Постарался.